Добрый день. Сегодня у нас кофемашинка DeLonghi Magnifica S21.116, она же 22.110. Ничем не отличается, кроме передней панели. Вот. Выглядят почти как новые, в хорошем состоянии. Вот. И часто спрашивают, сколько моя кофемашинка сможет еще проходить. То есть, когда люди покупают бэушную кофемашину, они, конечно, спрашивают, какой сейчас пробег и сколько ей еще осталось, можно ли ей пользоваться. Вот у нас две хорошие кофемашинки. Кофе готовят нормально. Напомню, счетчик есть в каждой кофемашине. Как в него зайти? Выключаем питание задним выключателем. Зажимаем две верхние кнопки и включаем питание. Здесь я это уже сделал. Вот это меню счетчиков. После чего, зажав кнопку эспрессо, мы увидим, как символами нам кофемашина покажет свой пробег. Ну, давайте смотреть. Это будут единицы. Восемь. 90. 18498. Давайте еще разочек проверим. То ли 17, то ли 18 тысяч. Первое значение нам, в принципе, не интересны. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, семнадцать. 18498. И при этом машинка в хорошем состоянии. Ну, если ее протереть, вымыть, допустим, от пятен, то в отличном состоянии. Черный красивый глянец. Вот. И кто бы сказал, что эта машинка столько прошла. Вот. А рядом с ней кофемашинка с другим пробегом. Давайте на ней сначала сделаем кофе. Посмотрим, как она делает, какие шайбочки делает. Чтоб у нас было с чем сравнить. Тоже машина в хорошем состоянии. Черный красивый глянец. Вот, насыщенные струйки, высокая пенка. Кофе делает тоже хорошо. Смотрите, какой кофе. Крепкий, вкусный кофе она готовит. Шайбочка. Четкая, красивая шайба. А теперь давайте выключим и посмотрим счетчик на этой кофемашине. Вот она выключилась, промылась. Задним выключателем выключаем питание. Зажимаем две кнопочки верхние и включаем питание. Моргнут два раза светодиодики, и это мы будем в меню счетчиков. Теперь зажимаем эспрессо и считаем. Восемь. 58. 158, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 38 158 чашек. Видите ли вы разницу между этими кофемашинами? Лично я не вижу. Одна 18 тысяч сделала, другая 38. Я думаю, если бы мы поставили рядом еще кофемашину, которая сделала 7 тысяч, мы бы тоже разницы никакой не увидели. Напомню, смотрите, какой кофе делают. Это все к чему? Что DeLonghi и Magnifica S очень надежные кофемашины. Пробег у них, как бы 38 для этой кофемашины совсем не предел. То есть, если вы покупаете бэушный с пробегом 10-20 тысяч, ей еще в своей жизни как минимум столько же отведено. А то... Вот. Поэтому, если собираетесь купить такую либо для работы, либо для себя и озабочены именно надежностью, то это отличный выбор. Даже я считаю, что это выбор номер один на рынке Украины. В общем, рекомендую покупки. Служить будет долго. Спасибо за внимание.